Якутяне стали чемпионами России по международным шашкам. В Зеленограде состоялся чемпионат России и кубок страны по российским и международным шашкам среди людей со слабым слухом. Саина Юнчанова и Александр Ефимов стали обладателями золотой медали, а Джулиана Андреева получила бронзу. На Кубке России команда Якутии заняла второе место. Все спортсмены являются учениками Республиканской социальной школы-интерната. Тренер – гроссмейстер России Петр Ушницкий. Всего в соревнованиях приняли участие 30 шашистов из 8 регионов страны. Также республику представлял. Всего было 67 туров, и я одержала победу по стокометровым шашкам 4 раза и 2 раза ничью сыграла. А последний тур был решительным, так как я очков с нашей соперницей был одинаковый. И я ее одержала, победу одержала над ней и заняла первое место по стокометровым шашкам. Вот это.